это что-то новенькое. Это что-то новенькое. А что это так? Ой! Ничего себе! Что это было? Ребята, всем привет! Вы на канале PubFun во машинке. Сегодня будем играть в Off-Road Legends 2. Да, давненько я не пилил видосики по этой игре. Как-то поначалу было, дело снимал. И что-то остановился на этом. Так что сегодня поиграем. Возьмем вот этот вот режимчик, ребята. Вот этот грузовичок, военную технику. Да, на нем сейчас потестим. Что-то, какое-то задание нам дадут, и мы должны будем выполнить. В принципе, я пробовал в нее. Нам желательно нужно вот так набрать. Три звезды, ребята, три звезды. То есть нужно попасть в определенную зону. Так, в определенную зону. Это у нас вон, да, средненькая. Так, первая попыточка неудачна. Можно сделать рестартик, ребята. Так, я что-то перелетел. Нельзя на газ жмакать. Есть! Есть! Центральную все-таки попал. Здорово. Так. Давайте-ка нажмем Next. Что там за миссия дальше у нас будет? Сейчас проверим. Ага. Так, красная тачка. Красная тачечка. Ой-ой-ой, бочечки, ребята. Ничего себе, там гадости какие-то. Просто ужас. Просто ужас. Так, что здесь дальше-то? Ой, огненное место. А нет, где мои колеса? Еще и нитро взял. Кажется. Ой, она дальше едет. Что с ней происходит, ребята? Я что-то не понял, а что это было-то? Давайте-ка еще разок. Еще разочек. Еще разочек надо, ребята, обязательно повторить. Опа. Опа. А! А нет! Нет, перевернулась тачка. Да. Так, что-то мы делаем неправильно. Неправильно, что-то я делаю неправильно. Что же я делаю неправильно-то? А? Что я делаю не так? Эй! Ребят, что за дела-то? Че, газулька-то меня не слушает совсем? Давай, чувак, где твоя нитро? Где нитро? Ай-яй-яй-яй-яй! Ах ты ж, ёшкин ты матрёшкин. Да, вон, кстати, и нитро было. Понятно, почему в тот раз наша машинка пыталась ехать дальше. Потому что подобрал нитро. Так, вот здесь аккуратненько. Вот здесь аккуратненько съезжаем. Вот здесь не будем делать резких движений. Нет, мое колесо переднее. Ёшкин ты матрешкин, верните. Так, ребята, кажется, что-то пошло не так. Назад едет, вперед не хочет. Я знаю почему. И вы тоже знаете почему. Потому что передних колес нет. Неудивительно, ребята, да? Так. Все рушится. Кстати, карта прикольная, да? Везде что-то там лава прям кипит, там что-то сливает. Смотрите. Такая прикольная карта получается. А, есть. Нет, прям в землю наша нитрошечка использовалась. Нет, давай. Я надеюсь, что ты заедешь в синие нитро. Так, еще одна. Вау! Вот это красота здесь, мне нравится. Нет! Только не разбейся, только доедь. До финиша доедь. Бам! Эй! Эй! Я не успеваю, ребята, уже все за 50. Ух ты, это что за труба здесь? Так. И что в итоге у нас получается? Нет, ребята, времени не хватило, представляете? Не хватило нам времени. Довольно-таки интересная игра. Ребят, да, можете смело скачивать. Кстати, кому интересно, можете скачивать и играть в нее, да. Off-Road Legends называется. Вторая. Вторусенькая. Ай-яй-яй-яй-яй, все, прилетел прямо на этот, на лаву сел, а? Можно, кстати, попробовать снизу проехать. Либо на полной скорости попробовать все-таки перелететь этот злосчастный участок, ребят, можно попробовать. Вот здесь еще разгончик наберем. И нет, не получится. Тормози, не получается у нас уже не получается. Так, давайте
Ой, а снизу можно было, в принципе, аккуратненько проехать. Чё-то машиночка ведёт себя как странно. Не могу к ней привыкнуть. Что-то она странно себя ведёт, честное слово, ребята. Так. Опа! Нет, да что ты будешь делать? Да почему так происходит? Так, первый раз более-менее... Нет, второй раз более-менее проехал. И уже не получается больше так же ехать. Что за дела? Что за дела? Давайте попробуем перелететь все-таки. Вау! Нет, скорость не позволяет нам этого сделать. Ну ладно, попробуем снизу аккуратненько. Нет! Нет, машиночка не пролазит. Не пролазит машиночка все-таки, а? Не получается. Хорошо, хорошо. Значит, они так решили, да? Значит, решили нам усложнить эту трассу. Давай вот так. Бам! Не-не-не, ребят, так вообще не вариант. Не получается сходу так все перелететь. Просто не получается. Машиночка недостаточно у нас хороша, похоже, да? Недостаточно мощненькая наша тачка получается. Тогда... Вот так мы перелетим обязательно. Да ёшкин ты, матрёшкин-то, всё. Перелететь-то перелетели, а чё толк-то? В итоге перевернулись. Так, ребят, ладно, сейчас если застрянем здесь, не будем мы дальше её проходить. Перейдём к чему-нибудь более легче, да? Ещё-нибудь выберем что-нибудь полегче. Опа! Ай, не перевернись только. Ай, нитро использовал. Ё-моё-то. Нитро ушло прямо... Нитро ушло наше прямо в никуда. Прямо в землю. Что? Куда? Как? Как? Падай. Не знаю пока. Е-е-е, нормально все. Давай, давай, давай. Ёх ты! Проламываем. Ай, не проломили, зато перелетели. Просто тупо... Там нитро было сзади. Ну ладно, мы попробуем без нее тогда. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа, за 50 секунд успели, ребята. Справились. Справились. Хотя бы одну звезду, но... Я получил. За 50 секунд все-таки успел. А это, получается, максимальное время, да, которое дается. Ой, это что-то новенькое. Это что-то новенькое. А что это-то? Ой! Ничего себе! Что это было? Кошмар. Так, давайте повторим. Только на этот раз. А! На этот раз. А как на этот раз? Я должен ее как-то перелететь. Ребята, что-то время уже потерял. Надо как-то вот так. Вау, не трогай меня, платформочка. Вредная, плохая. Ай-яй-яй-яй-яй. Машиночка, ну вставай. И еще. Есть. Ребята, чуй. Ой-ой-ой-ой-ой. Переднее колесо, да ё-моё-то. Эй, ты еще живой? Ты еще живой, давай, 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 давай. Нет, у нас... это да. Еще внизу и лава, представляете? Вот это жесть. Вот это задание, вот эта трасса, я понимаю. Вот это уже серьезно. Опа. Ой. Ай, не долетел! Не долетел! Ё-моё, а как тогда? Как? Как пройти этот уровень? Какой-то уровень бог просто. Ну, естественно, куда еще-то он может полететь, ребята? Может, все-таки тачку можно поменять, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, этот раз вообще нереально пройти, по-моему, да? Опа! Вот так вот сделаем сейчас. Там внизу у нас горючка, лава. Так, а что можно сделать? Это у нас 4 на 4 вармап. Давайте-ка выйдем, выберем, попробуем выбрать тачку сами, да? Смотрите. Это последняя трасса получается. 4 на 4 вармап. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а гаражик можно? Ой, в гаражике можно, кстати, выбрать. Ух ты, давайте вот эту вот тягачку сейчас как оставим. Посмотрим, мы ее испытаем.
Так, карьера 4 на 4, вармап, 8 уровень. Поехали, ребята. Сейчас мы посмотрим, на что способен. Я же выбрал! Я выбрал другую тачку! Ребят, похоже, нельзя все-таки менять тачки. Нужно проходить режим карьеры на той тачке, которую дают. А я не хочу эту карьеру проходить, поэтому я выберу. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, я же выбрал себе тачку чумовую. Она же у меня есть, вроде бы. Так, ну есть, тюнинг не то. Окей, выбрал плейграунд. Давайте игровой режим, что тут у нас? Здесь у нас финиша не было. Окей, поехали. Сейчас затестим. Ух, американская мечта, ребята, реально тягач такой американский. Жа! Я боюсь, что у нас ничего не выйдет, она слишком тяжелая. Но вроде бы и бронированные, смотрите, ей вообще как-то по барабану, что там, бомбы, не бомбы. А вот лава внизу уже как-то не по барабану, представляете? Уже все серьезно. Нет, на этой трассе тоже на тягаче делать нечего, ребята. Просто делать нечего на тягаче, на тягачике делать нечего. Прям устремляемся вниз, боюсь, мы падаем прямо на лаву. Бам, бам, все. Так, и что? Все, ребят, ничего хорошего, смотрите-ка. Так, какие вообще у меня тачки здесь есть, давайте посмотрим. Так, гаражик. Это, наверное, тоже есть, да, как вы думаете? Это вообще какой-то комбайн. А не, это, скорее всего, мусоровозка, да? Скорее всего, да. Похоже, у меня все тачки есть. Давно не заходил. Ну да, наверное, все-таки все у меня открыто. Defender, бла-бла-бландер, блендер. Ладно, ребят, на это все тогда. Если хотите увидеть продолжение, там еще есть что поснимать-то, в принципе, да? Карьер, режим еще не пройден, весь. Есть что поснимать, так что пишите, ребят, в комментариях, стоит, не стоит, дальше будем тестить, не будем. На этом все, вы были на канале PubFun2Машинки, всем удачи, увидимся в следующем выпуске, пока-пока!